Вот пришла в этом году третья посылка из ЦАТа. Тут пришли разные небольшие вкусности. Открываем. Ну, вот так выглядит начинка. Вот. О, заботливые какие. Руководство по уходу за инструментом. Вот повесим на стенку, будем изучать. Тут пришли два молоточка. Красивых, модных. Будем ими учиться работать. Вот это CarPoint молоток. Три рабочих поверхности. Вот это и сюда винтовые насадочки еще добавляются. Это, по идее, блендинговая штучка. Разбираем дальше. Ну вот, смотрим дальше. Значит, это пробойничек тоже интересный. Довольно острый и жесткий. Это насадки для того, чтобы помягче работать. Вот дальше. Вот эти насадки идут к этому молотку. Я взял сразу в запас. Вот. Желтая она пожестче получается. Красная помягче. Вот дальше. Насадочка. Вот есть возможность к этому молотку ее. Вот. Несколько наконечничков такие металлические и тефлоновые. Ну и, конечно же, грибов. Вот. Поскольку молотков мало, вот теперь будет чуть больше. Так же как и с пробойниками у меня проблема. Почти нету пробойников. Работать, можно сказать, нечем. Вот. Поэтому теперь у меня пробойников станет чуть больше. Вот. Так же, как и грибов. Грибов почти что нету. Работать нечем. Вот это как бы основное. Вот. И что касаемо, значит, работы, я потом выложу видео, что и как у меня получается. Будем осваивать новый инструмент и технику работы с этим инструментом. Ну все, всем пока-пока, удачи!